наш ум разум становится чистым, беспристрастным, радостным и светоносным. И давайте сделаем очень простую панораму. Йоги делают много, по несколько часов, тем самым они ощущают свое физическое тело, тело ума, тело разума. Мы поделаем несколько минут, потому что времени у нас немного, но мы соприкоснемся. И кому будет интересно? Мы не будем дышать. Так, мы будем дышать в ноги. Не знаю, если хотите, давайте откроем. Чуть-чуть. Да, уже постепенно. У нас больше далеко. Чуть-чуть дышать. Да, это не должен дышать. Не свежий воздух, это там. Да, везде открывали окна, двери. Еще лучше, лучше, лучше. Даже ведь малая. Там минус тоже открывает окна, двери, куда практики есть такое. Хорошо. Ну, давайте делаем большую панораму. Мы формируем два пальца, указательные средние вместе. И тормит ногу до третьего глаза. Спина у нас прямая, глаза закрыты. И большим пальцем правой руки мы закрываем правую ногу. На 8 раз мы делаем вдох. Так, вот мы делаем. Мы считаем про себя. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Мы что-то прокидываем голову. 8 раз. Потом безымянным пальцем правой мы закрываем левую ногу. То есть у нас получается 2 ноги закрыты. Голова запрокинута. И мы 8 раз задерживаем дыхание. Все внимание находится в области третьего глаза. Делаем. 8 раз мы делаем задержку. И когда мы захотим выдохнуть, открываем правую ногу. И очень медленно мы будем выдыхать через левую ногу тоже на 8 раз. Выдох. И теперь эту же правую ногу мы вдыхаем 8 раз. Эта пранаяма помогает установить прану. Прана, движущая энергия, когда мы отправляем